Специалисты отмечают, что в последнее время покупателям интересны продукты питания, изготовленные по так называемым крафтовым рецептам. Это ставит их в один ряд с фермерскими и экологически чистыми продуктами. Не исключение и выпечка, которую предлагает пекарня «Любимая». У нас 15 видов хлебов. Это получается у нас чиабатта, кукурузный хлеб очень вкусный, картофельный, деревенский, краковский. В общем, много хлебов. Есть даже с семечками спортивный, диетический хлеб есть, докторский есть хлеб. Для сторонников здорового питания здесь пекут бездрожжевой хлеб. Тесто выдерживают 3 дня и только на 4-й отправляют в печь. Кроме хлеба, в ассортименте любимой пекарни различная выпечка. И это не только традиционные русские пирожки. На прилавке пекарни есть и национальные удмуртские перепечи, и татарские курники, или элеши, и вакбелиши. Из восточной кухни – самсам. Начинки у нас получаются – зеленый лук, яйцо есть, рыба, рис с печенью, капуста и мясо капуста, с курицей, курица-картошка. Но начинок очень много тоже всяких разных. Есть начинка турновер, которая идет для сосиска, получается, под шубкой. Сладкоежкам здесь тоже будет чем полакомиться. Ароматные булочки с корицей в шоколадной глазури, корзинки со сладким творогом, пирожки с ягодами и популярные донатсы. При производстве используется только свежее сырье без лишних добавок. Вся выпечка штучная, небольшими партиями печется в течение дня. Это позволяет отследить ее качество. Всем очень выпечка нравится. Говорят, что вкуснее всех в городе. Ходят даже с проспекта Мира до сюда, до Гагарина. Выпечка свежая у нас всегда. Начинки много. Просто бывает такое, что одно тесто, допустим, в пироге, у нас начинки очень много. Вот, всегда все свежее, начинки свежие, тесто мягкое. Поэтому очень всем нравится, приходят. В пекарне на постоянной основе действуют скидки на утреннюю и вчерашнюю продукцию. Есть и своя карта лояльности. Карта лояльности идет накопительная. Там 3% накапливается с каждой покупки. Потом бонусы накапливаются, можно расплачиваться бонусами. То есть очень выгодно получается. Вот, карту выдаем от 150 рублей. Если вы любите выпечку с пылу-жару или как у бабушки, то вам сюда. Двери любимой пекарни открыты с 7:30 утра до 8 вечера по адресу Ленина, 82.